Сколько юбилеев я снимал? Немало. И вроде там с зеленкой было просто супер. Но я не видел там друзей. Поклонники, почитатели, раз. В некоторых случаях люди достойные из науки. Но вот как с друзьями то? Понимаете, в чем дело? По сути, я у своих друзей на днях вареньях не бываю. Да и мне фиолетово. Главное, что они все у меня есть. И самое главное, что они все друг от друга независимые. У кого-то типа круче, но что такое навороты? Для меня разницы нет. Главное, что это мой друг. Потому что я за него порву свою жопу, если будет надо. Главное, я помогу, когда у него срака. Вот что для меня, мои друзья. Есть ли у вас такие? И вы знаете, не серебряками мы едины. Нет, господа. Мы просто встречаемся, вкушаем гиммервертовский шашлык. Кто-то пьет, кто-то нет. Но подобострастия у нас нет. Не было и не будет. К чему мы приезжаем? Мы приезжаем к тому, что на дороге 2020 год. И слава тебе, Господи, и благодаря Господу моему, я живу уже 7 лет. Восьмой год как пошел. Я каждый день молюсь. Потому что без него я не вижу смысла жизни. Уже после Господа Бога идет сын мой. Если бы и не то, и не другое, какой смысл мне бы существования здесь? Да, мы живем. Кроме всего прочего, мы также будем праздновать, если это получится, мое 50-летие здесь. Почему мне это нравится? Потому что здесь исключительно мои друзья. Мои друзья, которым я могу доверить, и сына моего в том числе. Есть ли у вас такие люди? Вот о чем мы будем говорить. Потому что не у каждого есть удовольствие от жизни, которое вам предлагает друг. Потому что за камерой стоит Родион Сагдеев. Я его безумно люблю. Здесь же стоят мои другие друзья, которые употребляют алкоголь. Почему нет? Им это нравится. Но я их также люблю, потому что это мои друзья. Есть друзья, с которыми я работаю. Есть те, которые меня вытащили с того света. Это очень хорошо. Будет ли у вас такое, я не знаю. Но с другой стороны, вы должны понять, что без слова дружбы жизни нашей здесь не существует. Ее не существует в природе. Поэтому, если у вас то же самое, что и есть у меня, мне за вас. Я буду рад за вас. А если нет, тогда вы... Да, я не буду я про вас говорить. Потому что даже вот мой сыночек идет. Подойди сюда, сын, чтобы ты было хорошо. Вот мой замечательный сын. Все, приподниму его. Вот. Без него жизни нет. Нету жизни без него. Вы меня понимаете? Вот так вот.